Такое чувство, как будто, ребятушки, у нас с вами осень настала. То ли осень, то ли какая-то непонятная холодная весна. На улице плюс 10 градусов в июне месяце. Кто бы мог подумать. Зато, в принципе, и не жарко, и хорошо себя чувствуешь. Ну что, всем привет, с вами Юранка. Мы продолжаем прохождение Resident Evil 4. На этот раз мы с вами играем за Эшли. Кто бы мог подумать. У нас, правда, нет оружия. Я даже не могу подумать, что нам придется за нее играть. Вот серьезно. Чайничек давай возьмем, правильно. Чайничек. Охает. Вздохает. Сейчас прям, ребята, мне аж как-то... Мне прям аж как-то не по себе. Потому что нет оружия. А нам обещали хоррор у нас с тобой. Стрёмные морды. Из кошмара Эйс Вентуры. Да, что-то падает. Прямо обосраться. Не пугай меня так, собака, ты крыса. Нам ее можно же. А, так нам надо было еще же одну крысу третью грохнуть. Ты помнишь, в предыдущей серии это мы с тобой не все же эти собрали? Я вспомнил, мы с тобой не все собрали эти. Как они назвать их? Как сказать-то? Не все собрали. Не всех уничтожили. О, мужик, здорово. Надеюсь, что этот не оживет. Тебе нормально такая у него броня. Прикинь, смотри, он выше. На две головы, прям наши бабищи. Латы. Прикинь, сейчас реально живет. Часы. Ну а что это, по-твоему? Часы, наверное, очевидно тикают. Путь к тайной усыпальнице. Спящие працы откликаются на избранное время. Если ты жаждешь благословения Господа, набери смелости и не бойся тьмы. Потому что, как говорится, ночной дозор, всем выйти из сумрака. У нас с тобой бабище будет в роли ночного дозора. Что нам с тобой нужно подвинуть? Во сколько избранные часы? Давайте, сейчас у нас с тобой 9 вечера. Там новости, знаешь, такой-то на первом канале. Как там вот песня-то играла? Я забыл. Время вперед. Трон! Тот-то-то-то-то-дон! Или этот, как он вообще? Это спокойной ночи, малыши. Спят усталые игрушки, внучки спят. Раз, кладушки. Так. Чашка это золотая. Во, золотая чаша, золотая. Помнишь, мы с тобой в прошлой серии пели? Золотая чаша, золотая. Наполняясь ароматом чая. Правда, нету в ней ни хрена, никакого чая это нету. Все это кидалово. Так. Подожди. У меня карта есть, надеюсь. Карта есть, да. Напольные часы. Я так понимаю, здесь какой-то сейчас секрет должен быть у нас, чтобы открыться, появиться, да? Избранное время. Но избранное время у нас часы вот здесь показывают. Часы показывают сколько? Минутная, секундная стрелка. Хрен его поймешь. Сколько это? 11, типа 11 вечера? Давай на 11 переведем часы. Спайс. Спайс пробел. Часы показывают на 11 примерно сколько? 0,2? Ёлки, какая здесь минутная стрелка? Какая здесь такая стрелка? Избранное время. Я просто не хочу уходить. Чувствую, что здесь сейчас какой-то будет секрет. А, наверное, потом Леону все сокровища передаст, я так понимаю. Чё, где-то время найти, подруга? Который час? Да хрена и больше. Когда у тебя спрашивают, который час. Какие-то особо неприятные личности. А ты им такой, да хрена и больше. Говоришь. Так, уже не смешно. Подожди, это время получается, это перед 11, может быть. Так оно даже поминутно настраивается. Ты серьезно? Тайная усыпальница. 11. Слушайте, а может мы вообще сейчас как ложки просто стоим? И вообще, на самом деле, это не те часы, которые должны быть. Может быть. Все. Во! Хорош! Так.
Давай, хорош звенеть. Открывай тайную усыпальницу. Ох, ни хрена себе, нет, скорее всего нам... Так, а что на этаж ниже будет? Ногая. Ни хрена непонятно. Далековато перец. Давай сначала здесь-то посмотрим. Так, ну-ка. Здрасте. Так, что у нас тут с тобой есть? Аккуратненько. Что у нас с тобой здесь, походу? Какая-то библиотека. Ага, здесь нужен ключ. Карта обновлена. Пойдем искать ключ. Охренеть, еще целая куча всего. Какие-то стрёмные. Гей, Юлий Цезарь. У нас с тобой салат, короче. Салат. Походу, Авраам. Ну, правда, на Линкольна он не похож. Какой-то, короче, бородатый. Какой-то бородатый, походу, православный священник. Может, католический. Ребят, игра не стрёмная. Чё бояться? Ага, стеллаж отодвигается. Вот как это работает. Интересно. Удерживайте. Давай, удерживаем. Здесь что, лестница? Да, представляешь? А, у нас вообще ничего у неё нет в наличии. Я вообще не понимаю, куда мне идти надо. Так, но ключ, очевидно, что ключа у нас с тобой нету. Еще обратно мы вернемся. Тайная комната. Ни хрена у нас нет ключа. Связка ключей. Ой. Броня скрипит. Может, слушайте, а мне так кажется, что может быть нам... Может быть нет, но если у нас с тобой сейчас здесь нет ключа, мы, скорее всего, очевидно, сможем потом вернуться обратно. Смотри, ожил, походу. Дуралей. Что ой. Это? Что это? А, они же света боятся, помнишь? А ну-ка, всем выйти из сумрака, ночной дозор. Паразит визжит. Прикинь. Обосрался. Ой, глазик дергается. Ёлки-булки боятся. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, пух ты. Стоять бояться. А ну-ка. Всем выйти из сумрака. Замереть, я сказал. Замереть, я сказал. Все. Ёлки. Прикинь. Кто бы мог подумать. Хорош. Сработало. Ну-ка, стоять. Одноглазые. Супостаты. Враги народа. Паразит визжит. Все, до свидули. Ха! Ложки. Как мы их, видал? Надурили. Да, как... Это сразу вспоминает, знаешь, как это... Теперь что? Ну, электричество кончилось. Кино не будет. Платить налоги. Вот что. Все. Пропала электроэнергия. Так. Короче, как я понял, мы с тобой провафлили момент. Надо было спуститься вниз к этой тайной усыпальнице. Но мы, походу, просрались, к сожалению. К несчастью, ребята, вы простите уж. Я не знал. Ой. Прибежал он с тобой. Леон. Эшли. Эшлишка. Держись. Сейчас что-то придумаю. Все нормально. Леня. Так, что у нас с тобой здесь? Какой-то шит. Оу, шит. Оу, шит. Видишь, соответственно, оу, шит нас надо стать. Зачем? За надом. Записка библиотекаря. Фамильярный герб. Фамильярный герб Салазаров. Вот что поможет мне выбраться из этого ненавистного места. Чтобы отыскать его, надо идти туда, где лежит эта проклятая броня, в подземную усыпальницу. Господи, будь милостив, да совершить свое правосудие над коварным узурпатором, безумным чудовищем. По имени Рамон Салазар. Рамон, Рамзан, Рамзар, Салазар. Рамзан Салазар, да, даже было созвучно. Рамзан Салазар. Салазар, Рамон Салазар. Слезарь, Салазар. Пусть твой благословенный синий свет
оберегает навеки преданного тебе слугу. Фемериальный герб Салазаров, слизеринов этих, короче, подземная усыпальница и ключевое слово «синий свет». Синий свет, по-моему, это нашего фонаря, правильно я понимаю? У нас с тобой есть возможность сохранить, часы тикают. 9 глава, да, у нас с вами была, все правильно, это я помню. Так, а мне стоило, кстати говоря, реально посмотреть, потому что такое чувство, как будто все-таки там солнце чутка стало поярче, а мне такое ощущение, как будто сейчас будет опять пересвечивать, засвечивать, но мы с тобой посмотрим, не переживайте. Так, у нас с тобой опять нужно назначить время. Значит, время там у нас с тобой вот тогда было по часам. Был 11, по-моему, с чем-то, да? Правильно понимаю? Сейчас с тобой нужен вот такой замок. С тобой ничего нету. Здесь кто-то у нас с тобой... Кого-то меченые пошли, кто-то неудачно... Походу, помер, да? Я так понимаю, кого-то... Кого-то, короче... Или кто-то поел так неудачно. Кто-то настолько сильно поел, что в итоге потом у кого-то пошли месячные от еды. Это вообще стрёмная затея. В торопях написана записка. 11.04. Часы. 11.04. Спасибо. Хорошо, будем знать. А кто же здесь у нас с тобой? Ага, так. Давай попробуем подобрать ключик. Ать! Ай, не подходит. Как хорошо входит и выходит. Так он вообще не должен был пролезать. Ключ этот, добрый вечер вообще. Мари, так они не влезают. Спасибо Старсомам за реалистичную анимацию, конечно, что у нас свой ключ проходит сквозь ключницу. Сейчас самое главное просто запомнить. Сапфир. Все, мы потом это все отдадим. Так, 11.04, давай посмотрим. Часы тикают. Часики тикают, босс. Тара-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-таран. Я календарь переверну и снова 11.04. Все. Дон-дон. Динь-дон. Сейчас, так понимаю, нас опять ожидают с вами эти товарищи. Давай, на всякий случай, сейв сделаем. Нет, все-таки я потом гляну, посмотрю. У меня такое подозрение все-таки мучает, что... Да, я слышу, как броня скрипит. У меня поляшком. Тихо ты, подруга, успокойся. Паразит визжит. Не визжи. Опа, ну-ка, тихо. Стоять бояться. Отстань. Да, побежали. Наши ноженьки устали. И в штаны чуть не насрали. Пара-пар-папирам, па-пар-па-парам, да-та-та-тарам, тарам-па-парам. Так, а что у нас с тобой надо было сделать, кстати говоря? А, вот. Я понял, что надо было сделать. Надо было, оказывается, нам, скорее всего, обратно, что ли, уйти. Правильно я понимаю? А, в тайную усыпальницу надо было идти. Но что, вот что надо было сделать. Простите, ребята, но... А, они все отвалили. Если мы здесь включили бы свет, они сразу все бы замерли. Так, у нас был последний ключ, я помню. А это связки ключей. Ать, а ни хрена. Ать, ну-ка, хорош. Ой, какая страшная музыка, прям не могу. Взять флакон для духов, все, будем душиться с тобой. Хотя лучше бы я бы этих бы ребят бы придушил. Слишком до хрена они что-то смотрят своими лупоглазыми, одноглазыми глазами. Здрасте. Да, главное не оборачиваться, заодно и не обосраться вместе с этим. Валим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Тра-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. Та-та-та-та. Ра-та-та-ра-та-тар. Все, отвалили. А собаки. Обосрались. Давай. Оп, ну-ка. Все, поехали. Ха, ложки. Валите отсюда. Бля-бля-бля-бля-бля. Хорош. Да, эти рыцари, они бы, я бы даже сказал бы чуть по-другому, но уж не будем, как говорится, ради приличия. Все-таки мы сами адекватные ребята. Что-то... Вы что-то...
Охренели, что ли? А, я думал, вообще за нами кто попёр. Все? Нет, все отстали, походу. Так. Надо дернуть. Как говорится, макака. Эшли нечаянно за веревочку дернула, нечаянно пернула. Так, что у нас-то? Подожди, я ни хрена не вижу. Короче, так, сначала. Ух ты, елки. Так, сначала орел, потом лось, потом какая-то непонятная, короче, пусть будет морской конек и змея. Так, давайте, давайте обо всем по очереди. Сначала орел. За ширмочкой у нас там ширма стоит, не мешает. Сначала орел. Давайте делать все аккуратно. Почему здесь так темно, я не понимаю. Вы что, охренеть? Охренеть. Ни хрена себе. Вот это сказал я себе. Провафлил, момент провафлил. Отвалите. Отвалите. Так. Значит. Значит. Значит, 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 у нас с тобою. Так. Этот. Как тебя звать? Олень. Охренеть не встать. Олень. Доньк. Тонь. Да напряг, пошел напряг, да? Чувствуешь напряг? Задница-то горит, горит. Пукан горит? Ага. Вот такой вот морской конёк-горбунок. Хренушки вам, хренушки вам. Обломайтесь, ребята. Сегодня не ваш день. Ёлки, солнце там еще светилось. Подождите, ребята. Сейчас меня вообще здесь пересветит просто максимально. Да вы охренели, что совсем, я не пойму. Так, последний остался. Погнали, погнали, подруга. Змея. Хорош. Давай, валим отсюда нахрен. Давай, там синий огонь у нас с тобой. Сейчас мы с тобой как в этом. Сейчас мы с тобой... Там какой-то глаз светится. Ёлки, сейчас, наверное, этот еще проснется, да, я так понимаю? Да уж, подругу, любой бы обосрался. Да блин. А что, все, что отвалили, серьезно? Удивительно. Но это, но я так понимаю, что благосклонность сарсомовцев не зашла на нас, потому что нормально это самое бы. Сейчас бы у нас, не бы так чувствую, бы напали, так полумесяц. Так, мне сказали, что синий свет, да, осветит ваш путь. Правильно я понимаю? Лунный свет. Куда надо ставить? Так, здесь звезда. Звезда-бехезда. У нас с тобой должен быть какой-то лунный свет быть. Правильно я понимаю? Полумесяц. Нет, у нас с тобой здесь звезда. Обычный фонарь. Вот, звезда туда. Туда идет. Вот, все просто надо переставить. Собаки. Слышу. Слышишь, а? Но это, конечно, я бы сказал, как это называется. Сейчас придут, смотри. Так, что там такое у нас? Какой-то железный какой-то олень золотой стоит. Вези меня, олень, свою страну оленью. Тара-та-тара-тан. Тара-та-тара-та. Обосраться. Обосраться. Побежали, побежали. Тири-тири тролливали. Ух, елки. А, эти, смотри, тут остановились. Ну-ка, ребята, аккуратненько пролезаем. Давайте, отойдите-ка, пожалуйста. Молодцы, разрабы. Хорошо, прям, это факел, факел. Ребята, это факел их остановил, короче. А там, смотри, там лампочки светятся. Понял, почему они остановились? То, что... Ой, ну подруга, ты не визжи. Ой. Все, валим. До свидания. Сейчас решили нам несколько усложнить задачу. Да уж. Слушайте, она без Лени ничего не могла сделать. А тут такая вдруг она, смотри, какая у нас с тобой.
Где мы? Ага. Давай думать. Так, вы подождите, прежде чем мы идем дальше. А, ну нам не надо в библиотеку, нам теперь по главному пути надо пройтись, да, будет сейчас. А здесь, так здесь лампы. Тут лампы. Дурак. Ой. А, то есть ваншотает меня, значит. Значит, вы решили меня все-таки ваншотнуть? Плохая была идея, я вам скажу. Меня ваншотать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ожившая броня, синее пламя. Я так, кстати говоря, понимаю, что нам повезло, что у нас с вами именно эта сложность, потому что иначе мы сейчас с тобой бы начали бы от загрузочного экрана от того. Ну, сейчас смотри, когда нанесет удар. Ты чё смотришь-то вокруг да около? Сейчас он сюда пройдет, да, мы с тобой. Смотри как. Опа! Лошок. Обманули дурака на 4 кулака. Несемся, несемся, подруга. Это здесь синее пламя, если что. Оп, мимо. Вот вы дурачье-то. Как я вас всех еданул. Побежали, подруга. А почему от тебя белый свет, подруга-то, исходит? А как она в темноте полной бежит? Куда от нее белый свет исходит, вообще не понимаю. Подожди, а где фамильярный герб-то был? Ни хрена не понимаю. Ничего не вижу. Полная тьма. Я не помню, ребят, куда нам с тобой надо было идти. А, мы с тобой заперли дверь за этими же ложками. Мы с тобой, короче, вернулись вообще в самое начало. Подожди. Получен фамильярный герб. Рычаг. Я вообще правильно пришел-то, нет? Библиотека. В библиотеку нам с тобой вроде как и не надо было идти-то, правильно? Блин, да что за бред? Подожди. О, что-то я заплутал. Мы здесь с тобой не пройдем. Нам с тобой надо было на какой? На этаж выше? Серьезно? А где этаж выше? Как на нее подняться? Я вообще там ничего просто не вижу. Я помню, что мы с тобой куда-то вставляли этот герб. Там, где у нас с тобой, по-моему, место сохранения было, правильно? С тобой открывали усыпальницу, нет? Нет, нигде мы открывали усыпальницу. Подожди, я забыл. Какой-то был другой этаж. Блин, трындец, я не помню просто. Ребят, это полный трындец. Это полный трешак. Я ни хрена не вижу. Как мне разработчики предлагают играть в эту игру? Как вопрос, они все что-то видят? Если я ничего не вижу. Ух ты, здрасте, ни хрена! Ух. Да, это был неждан. Интересно, на каком моменте я сохранился. Тираги стоят на месте, пока на них действует синее пламя. А, синее пламя на них так действует, все понятно. Значит, хорошо, смотри, значит, мы сейчас с тобой давай разбираться. Значит, мы с тобой можем выйти, если мы выйдем по прямой, то мы выходим неправильно. Вероятнее всего, нам нужно идти с тобой в библиотеку. Давай, прежде чем мы с тобой двинемся, потому что вперед, нам нужно с тобой разобраться. Подожди. А-а-а! Короче, нам с тобой надо пойти в библиотеку. Мы с тобой, значит, получается, поднимаемся ТГ. Подожди, переключаемся ТГ. Так, мы с тобой сейчас поднимаемся вот сюда, поднимаемся вот сюда по прямой. Затем мы правильно, и да, мы правильно, короче, нам нужно вот так идти сразу, короче, сейчас мы когда только выходим, нам нужно направо, в библиотеку, потом по лесенке и вот так вот. Все, я понял. Давай. Значит, будем пытаться проходить именно так. Да, это, конечно, трындец. Как вообще паразит мог завестись просто в каком-то сраных каких-то латах, непонятно. Латы. Хорошо, что не в латексе. Так, нормально, прошли.
А то, что, конечно, у нее одно хп, ну, это не радует, но здесь уж как разработчики придумали, и ничего не поделаешь. Сейчас там у нас с тобой тоже оттуда появляется другой, да. Мы с тобой проходим. Пробегаем насквозь. Здесь опять сейчас кто-то у нас появится перед нами. Да, да-да-да, ложки тупые, да. Давайте. Латексные. Еще чуть-чуть. Мы с тобой почти пришли. Ага. Обломайтесь, дурачье. Давай, 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 подруга. Хорош. Все, хорош. Молодец, подруга. Справились. Фух, обосраться. Все, да, живая, прикинь, Леня. Сейчас я тебя вытащу. Да, и такая спокойная. Сзади тебя целая куча этих рыцарей сраных шло, которые сейчас. Че там, мужик, уснул? Давай по мордам ему отвесь. Сбрось его отсюда нахрен. Давай, давай, столкачай его. Кряхтит от усилия. Кряхтеть от усилия будешь уже потом. Эй, той самой негласной части, которая не попала. Спустишься? 4.5. Я поймаю. Ха. Конечно, спустится-то. В руки да, к такому... Попробую. К такому красавцу сейчас она, конечно, спустится. Все, что ли? Клетка открывается. Эшли визжит. Эшли, не визжи. Ой, елки. Ну, а с тобой этот... Один из этого... Как он был-то, помнишь? Ты чё там? Какое-то инопланетное чудище, короче, в каком-то красном ковре. Похоже, знаешь, как откуда из этого похожее? Из Звездных войн там такие ребята были. Но, правда, там они не такие огромные были. Они так еще говорили. Иента. Ми говорить. Примерно так вот они там разговаривали. Какой-то с этими желтыми глазами, с красными, в красном плаще. За ней должны были сейчас бежать, по идее, эти самые рыцари, которые там были очень рядом на самом деле. Они очень близко были с нами. Но они хотя бы синий бы этот факел бы поставили, чтобы они не могли пройти. Ну, как бы логика просто была бы. А то этот из ниоткуда просто появляется. Ну, странно. Потому что все оббегали, там никого не было. Ну ладно, глава завершена, ребяшки. На этом пока что. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро всем переключайтесь. Огромное количество гайдов, летсплеев. Всего крутого. Сможете найти меня на канале. На канале мы с вами постарались, ребятушки, завершили. Это, по-моему, 9-я, да, была у нас с тобой глава. Сейчас будет 10-я глава. Мы с тобой в этой 10-й главе до конца досбиваем полностью все несбитые нами эти самые. Сейчас пройдем, короче, все места, я думаю, здесь. Постараюсь, по крайней мере, все несбитые эмблемы досбиваем. Но они у нас с вами все равно отображены, так что что нам с вами переживать. Значит, и убьем крысу, еще одну. И надо нам с тобой пока что пособирать будет эти... как они называются, сокровища, и попродавать все это дело, и попрокачать оружие. Так что спасибо за внимание, скоро увидимся, переключайтесь, огромное количество гайдов, фанспеев, крутого, но читайте мне на канале, с вами был Ширанка, до новых встреч, и пока-пока, ребятушки, скоро увидимся.